Ждет вся страна. В Челябинске Владимир Путин может сделать историческое заявление. Это мнение аналитиков. О чем речь, расскажем. Это время новостей. Итоги. Меня зовут Анастасия Плотникова. И прямо сейчас коротко о других темах выпуска. Бизнес по Хаббарду. Я делаю что-то для тебя. Ты делаешь что-то для меня. Американец Майкл Бэнк обещает научить южноуральцев грамотно продавать. Батюшки крестятся и обвиняют заезжего бизнес-тренера в связях с деструктивным культом. Это человек, который работает в рамках саентологической организации. Вредная психология. Что происходит на загадочных бизнес-тренингах и почему участники никогда не возвращаются после них прежними? Главная стройка Южного Урала. Очень волнительно. Мы представляем, какой это масштаб. За 2 года в Челябинске возведут грандиозный конгресс-холл. Когда другие строят просто стены, мы строим здание мост. Мост – будущее города-миллионника. Вот именно на этом месте, непосредственно вот здесь и вот здесь, он будет располагаться. Конгресс-холл в Челябинске. Красивая фантастика или достижимая реальность? С Богом! Ты царь. Ты имеешь право на все, кроме любви. Матильда. В день премьеры в церквях Челябинска проводят службы. Кинотеатры стягивают полицию, но запасаются попкорном. Я хотела просто посмотреть, потому что такая шумиха вокруг него была. Матильда, которая не оставила равнодушных, как в Челябинске прошла громкая премьера. Казахская домра – это не просто традиционные музыкальные инструменты, которые в одной единой мелодии гармонично дополняют друг друга. Это символы 2 стран – стратегических союзников, отношения которых могут стать еще крепче на грядущем 14-м форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Через 1,5 недели он пройдет в Челябинске. Тема – развитие человеческого капитала. Назвать это событие грандиозным – ничего не сказать. На Южный Урал приедут президенты сразу 2 стран – Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев. А вместе с ними несколько десятков губернаторов и акимов. На днях в разговоре с нами известный южноуральский политолог Александр Мельников оговорился, в такой представительной кампании президент Владимир Путин вполне может сделать очень важное заявление. Мы знаем, что Владимир Владимирович мастер неожиданных политических решений, поэтому я думаю, что и челябинцы, и вся страна, да и весь мир будут с интересом и с вниманием следить, в том числе за тем, что будет происходить в рамках вот программы нашего форума, потому что президенты умеют удивлять и умеют всегда находить какие-то поводы для ярких, интересных заявлений. Мельников, конечно, намекает на долгожданное заявление Владимира Путина о своем возможном участии в президентских выборах, но это в рамках всей страны. А что ж касается региона, провести форум на Южном Урале предложил Борис Дубровский. Путин инициативу губернатора одобрил. Для властей Челябинской области это знак доверия и возможность показать сильные стороны. Будет и политический бонус в виде возможности в кулуарах обсудить с президентом проблемы. Российская практика не раз показывала, личное общение с Путиным порой творит чудеса. Попробовать продавить в личной беседе какой-то вопрос, который по официальным каналам где-то там вот в бюрократических кабинетах буксует. Ну и, конечно же, мы сможем напрямую выйти на Казахстан. Все-таки форум межрегионального сотрудничества. К слову, это самое сотрудничество между Челябинской областью и Казахстаном, особенно Костанайской областью, сейчас есть. Но его можно и нужно расширять. И в культурной сфере в том числе. И, возможно, домра и балалайка как символы 2 разных, но в то же время таких близких культур в скором будущем будут звучать еще слаженнее и стройнее.
Подготовку к грядущий форум «Россия-Казахстан» в кулуарах называют репетицией саммита ШОС и БРИКС, который может пройти в Челябинске в 2020 году. Подготовка уже стартовала и начали, разумеется, с главного. На профессиональном языке архитекторы называют этот проект будущей доминантой Челябинска – грандиозный конгресс-холл. На этой неделе члены инвестсовета во главе с губернатором одобрили проект здания. Это уникальное сооружение соединит два берега реки Миас в центре Челябинска и одновременно станет мостом в будущее миллионника. Звучит пафосно, но южноуральские власти такие эмоции разделяют. Почему? На уходящей неделе с человеком, которому суждено воплотить мечту миллионов челябинцев в жизнь, мы побывали на месте будущего конгресс-холла. Такие проекты выпадают построить раз в жизни. Возведение грандиозного конгресс-холла в Челябинске для него теперь и главная стройка жизни. Виталий Передерий – человек, который воплотит мечту миллионника в реальность. Возглавить и довести до конца масштабную работу – дело принципа. Непосредственно вот здесь и вот здесь он будет располагаться. Между берегами будет сооружен мост, арочный мост, и сам конгрессный зал будет расположен непосредственно вот в этом месте над рекой. Когда другие строят стены, в Челябинске планируют возвести мост. Здание-мост, соединяющее два берега реки и объединяющее людей. Часть сооружения действительно будет как бы парить над водной гладью реки Миас. Это будет первый, пока единственный южноуральский небоскреб. Для сравнения, если высота знаменитого офис-центра Челябинск-Сити 110, то будущий конгресс-холл вырастет до 150 метров. Это 45 этажей. Мы очень трепетно, да, для нас очень волнительно, мы представляем, какой это масштаб. Масштаб действительно впечатляет. Общая площадь конгресс-холла 110 тысяч квадратных метров. На этой огромной территории расположится гостиница на 300 номеров, культурно-зрелищный центр на 2500 мест, парковка на 1500 машиномест, выставочный комплекс, торговый центр, офисы, фитнес-зона и аквапарк. Будут террасы и остекленные фасады. Мы когда делали проект, то изучали климатические особенности Челябинска. Могу сказать, что не сильно отличается от наших московских. Все, что в проект принесено, все это абсолютно реалистично. И все будет востребовано и использоваться. Архитекторы московской компании, люди, которые придумали и нарисовали будущий конгресс-холл, а потом победили с ним на конкурсе «Архичел», даже не сомневаются. Воплотить проект в жизнь за 2 года к саммиту ШОС и БРИКС – задача выполнима. На этой неделе проект окончательно одобрили участники инвестсовета во главе с губернатором. Под строительство отдали 2 участка муниципальной земли по обоим берегам реки Миас. Их облик тоже кардинально изменится. На правом берегу появится сквер искусств, а на левом, там где сейчас пустырь, проведут озеленение и построят многоуровневую парковку. Губернатор Борис Дубровский настаивает, в итоге должен получиться гармоничный архитектурный ансамбль. Это должно быть одно пространство. Все должно работать на вот это единое пространство, на эту одну идею. Строительство конгресс-холла будет стоить 7 миллиардов рублей. Сейчас правительство Челябинской области подбирают инвесторов. На предстоящем форуме мы будем проводить переговоры о привлечении китайского капитала в строительство конгресс-холла. Конгресс-холл будет не только на языке архитекторов доминантой города. Площадкой для проведения саммита ШОС и БРИКС, а также предметом гордости челябинцев. Сюда будет не стыдно приглашать гостей, в том числе и международного уровня. Для нас очень важна эта площадка, потому что на сегодняшний день там проектируются те залы, которых у нас нет в городе Челябинске. И вот хочется, чтобы когда гости к нам приезжают сюда, в Челябинск, будь то политики или артисты, или спортсмены, они смогли провести любое мероприятие на той площадке, которая действительно отвечает международным требованиям. И кажется, человек, который построит конгресс-холл, Виталий Передерий, теперь уже совсем не сомневается, проект обречен на успех. То, что еще совсем недавно казалось фантастикой, непременно станет челябинской реальностью. Вполне реальный проект. Анастасия Плотникова, Артем Большаков, Александр Павлов, Артур Низамов, ОТВ.
К другим темам. Околорелигиозный скандал прогремел на этой неделе в Челябинске. В миссионерском отделе местной епархии выступили с громким сообщением. Цитирую, «К нам едет представитель опасного деструктивного культа». Речь об известном бизнес-тренере Майкле Бенге. В Челябинске он должен был провести несколько мастер-классов по техникам продаж. Тема вроде бы безобидная, но представители церкви непреклонны. Бенг связан с саентологией и попытается вовлечь в опасный культ ничего не подозревающих посетителей. Мы решили все проверить и, конечно же, на себе. Наш корреспондент Павел Зорин сходил на бизнес-тренинг к тому самому Бенгу. Вернулся, к счастью, невредимым и даже подготовил репортаж. Я делаю что-то для тебя, ты делаешь что-то для меня. С шутками и примерами из жизни. Так проходит семинар здесь, в одном из конференц-залов отеля. В аудитории состоятельные люди, желающие увеличить продажи и доходы компаний. Тренинг Майкла Бенга в Челябинске обещает предпринимателям инструменты, которые, цитата, «сильно облегчат жизнь». Долларовый миллионер – эксперт по продажам и сервису. Так его представляют организаторы. Но упущена одна деталь, которую челябинская епархия посчитала очень важной. И предупредила, Майкл Бенг является крупным саентологом. Перед приездом консультанта миссионерский отдел разослал во все СМИ вот такое предупреждение. Саентологические методики связаны с манипуляцией, с психологическим насилием над личностью. Они служат обогащению только саентологической верхушки. Сам Бенг, утверждают представители РПЦ, представляет ассоциацию, которая работает по методикам Рона Хаббарда, основателя церкви саентологии. И цели у него выходят за рамки обучения. Сделать человека манипулируемым, поставить его в зависимость от культа, ну и, соответственно, залезть к нему в карман. Умело маскируясь под обучение предпринимателей, они, цитата, «отсматривают человеческий материал». Причем ждать прямой вербовки на мастер-классах, уверяет Константин Путник, не стоит. Это всего лишь первый этап. Таким вербовочным предбанником являются, на мой взгляд, вот эти семинары Майкла Бенга, как и многие другие, кстати говоря, семинары, которые устраивают саентологи. Сам Бенг свою причастность к саентологии не отрицает, однако в интервью заверил, что методика, которой он делится, совсем из другой области. Моих тренингах абсолютно ничего с этим не связано. Сегодня мы проводим семинар по продажам. Как лучше продавать, как выстраивать лучшие отношения с клиентами, как управлять нашими людьми. Именно управление людьми волнует не только епархию, но и психологов. Получая рекомендации и мотивацию от тренеров, использующих технологии Рона Хаббарда, человек, по их мнению, может стать зависимым от такой помощи, марионеткой в руках бизнес-наставников. Ощущение того, что кто-то что-то должен за них сделать и как-то им помочь. И вот эта светлая вера, что можно ничего не делать самому и как-то все само собой образуется, она является вот первоосновой. Стоит отметить и цены. В версии Light, это участие и кофе-брейк, семинар Майкла Бенга стоит 12 тысяч рублей. В эксклюзивный пакет за 45 тысяч входит именной сертификат, подписанный лично автором тренинга. И люди готовы платить такие деньги. Процесс так называемой прокачки клиентам кажется полезным, и за собственное совершенствование они готовы отдавать все большие деньги. По пути к сомнительному успеху их ведет специальная академия, созданная Майклом Бенгом в Челябинске, постоянно предлагая все новые и новые услуги. Это постоянная система маленьких улучшений для достижения больших результатов. Эксперты считают, подвержены к такого рода зависимостям очень многие люди. Корни этого уходят в духовные пробелы. В обществе наблюдается определенный духовный вакуум, который неизбежно себя втягивает, человека втягивает куда-то. В какую секту, неважно, в религиозную, политическую, сексуальную, спортивную, интернет, это не имеет значения. Что до саентологов, то те продолжают работать, маскируясь в различные формы поддержки. Клиенты, готовые платить десятки, а то и сотни тысяч за общение с светилами международного бизнеса, не иссякают. Российский закон запрещает лишь некоторые книги Рона Хаббарда. Сама организация признана нелегальной в Москве и Санкт-Петербурге. Сейчас разрабатывается закон, который сможет защитить россиян от мошеннических действий сект. Согласованный вариант будет готов в ноябре этого года, после чего он будет вынесен на общественное обсуждение. Павел Зорин, Артем Большаков, Евгений Молчанов, ОТВ. И еще информация к размышлению. На этой неделе церковь выступила еще с одним предостережением. Челябинская митрополия рекомендовала всем жителям Южного Урала не праздновать Хэллоуин. По мнению представителей Русской Православной Церкви, праздник является, цитирую, «атакой деструктивных сил на духовную идентичность». Конец цитаты.
Ну, к счастью, обсуждали на этой неделе не только деструктивные атаки. В информационной повестке было много позитивных тем. Артур Ишпулатов, как всегда, подготовил подборку самых важных новостей уходящих 7 дней. Артур, тебе слово. Да, спасибо, Настя. Сегодня расскажу, где создают инновации для металлургии, какие льготы ждут инвалидов и в каких школах детей кормят. Бесплатно, обо всем по порядку. Инвалиды получат льготы на пользование платными парковками. Об этом на этой неделе заявили в администрации Челябинска. Первая платная стоянка появится как раз возле здания мэрии. Там обещали сделать специальные места для людей с ограниченными возможностями здоровья. Отмечу, что театральная площадь – пилотный проект. До 2022 года в столице Южного Урала появится более 500 платных парковок. Их создание профинансируют частные инвесторы. Индустриальный парк в Магнитогорске может стать инновационным центром. Об этом заявили губернатор Челябинской области Борис Дубровский. Глава региона поставил задачу на площадке парка ММК совместно с Техническим университетом Магнитогорска создать полигон для разработки новых металлургических технологий. Напомню, что в этом году индустриальный парк ММК вошел в реестр Минпромторга России. На его территории 13 резидентов, малый и средний бизнес. Солистка итальянского театра «Ла Скала» Людмила Жильцова исполнит главную партию в опере «Травиата» в Челябинском театре оперы и балета. Отмечу, что певица родилась в Бакале, сейчас она известна во всем мире, училась в Магнитогорской консерватории, но на последнем курсе уехала учиться в Италию. Около 1000 уголовных дел возбудили за год в Челябинской области из-за липовых ОСАГО. Ежедневно в регионе выявляют до 10 поддельных полисов. Их охотно покупают водители. Подделка в разы дешевле настоящего документа. Но за нее продавцу грозит наказание до 3 лет заключения. Бороться с мошенниками готовятся в Москве. Все машины, проезжающие мимо камер видеонаблюдения, проверят на наличие подлинного документа через базу данных. Подобную систему планируют ввести и в других мегаполисах, в том числе в Челябинске. Учеников начальных классов в Кизильском районе кормят бесплатно. Это единственный муниципалитет в регионе, где деньги на школьные завтраки направляют из местного бюджета. Для детей готовят плов, на десерт печенье и компот. Один завтрак обходится в 25 рублей. Меню утвердил Роспотребнадзор, оно обновляется каждые 10 дней. На этом у меня все. Настя. Да, Артур, безусловно, хорошая практика, но опыт позитивных перемен есть не только в Кизиле. Агаповский, безусловно, в топе районов, где планомерно воплощают в жизнь то, о чем людям когда-то приходилось только мечтать. Теперь окраина региона, исконно сельский район – это место, где хочется жить. Но лучше слов скажет то, что нам удалось снять в Агаповском районе. Прямо сейчас новая серия нашего цикла репортажей о главах городов Челябинской области. Вот что делаете. Да, есть чему поучиться. Лепщица пельменей. Теперь эта профессия в Агаповском районе считается престижной и востребованной. Женщин сюда принимают из местных деревень, где кроме как дояркой и работать некем. Новое производство для них – это очень своевременная возможность заработать. Поэтому лепщицы с энтузиазмом развивают ловкость рук. Сколько пельменей делаете за рабочую смену? 30 килограмм. Не больше. Можно молодые, они делают больше, конечно. Где, как не в традиционно сельском районе, запустить производство пельменей? Коров, овец и свиней здесь держит каждый второй житель. Работают и целые хозяйства. Местные фермеры готовы поставлять на предприятие свежее мясо. Здесь происходит у нас обвалка мяса, то есть разделка мяса от кости. К обвалке добавится убой. Откроют и колбасный цех. Количество закупаемого мяса в разы увеличится. Получится такой выгодный для всех кооператив. У фермеров отпадет необходимость искать рынок сбыта, а на предприятии всегда будет свежее сырье. А почему вы считаете, что за кооперативами будущее? А потому что маленькие разрозненные кооперативы не в состоянии выжить при такой конкуренции. Байдавлет Тайбергенов – глава Агаповского района. Экономику сельхозбизнеса он блестяще освоил с нуля. Теперь в районе может появиться пока единственный в области мясной кооператив. Но наше удивление выяснилось. Раньше с сельским хозяйством глава связан не был. До работы во власти носил погоны. Это медали не ведомственные, правительственные. За все годы, что я служил в органах внутренних дел. Сколько служили лет?
Прослужил я 35 лет. Уволился из органов в должности начальника управления МВД по Магнитогорску. Местные теперь говорят, настоящий полковник, и хватка у него полицейская. Порядок контролируют, причем лично. На главных улицах Агаповки камеры видеонаблюдения. И что самое интересное, изображение с них идет напрямую на сотовый телефон главы района. И в этом режиме нам показывают все перекрестки, улицы. Мы даже видим, где у нас ссорят. Ну, по замечанию местных жителей, сорить при такой системе слежения стали меньше. Вот, например, центр поселка. Новый прогулочный сквер, аккуратные клумбы, ни одной бумажки. И именно здесь алым пламенем бьется сердце Агаповки. При Тейбергенове здесь построили мемориальный комплекс. В поселке такого не было никогда. И это не просто традиционный вечный огонь. Это наши герои Советского Союза жили здесь, в Агаповском районе, ушли на фронт с поселения Агаповского района. Патриотизм, видимо, воспитанный в Тейбергенове службой в полиции, теперь отличительная черта Агаповки. Еще одна говорящая деталь – даже заборы здесь выкрашены в цвета российского триколора. Впрочем, тут в центре современной России тесно сплетается с Советским Союзом. Я родился при советской власти, я жил при советской власти. У меня два деда советскую власть защищали. Я человек советский. Человек советский, в России нынешний, первый секретарь Агаповского райкома партии Дмитрий Афанасьев. Для него дело принципа вернуть Ленина. С центральной площади Агаповки памятник убрали после августовского путча. И вот спустя много лет открашенный в серебро вождь вновь на центральной площади. И вот к столетию Октябрьской революции, эту дату из истории никуда не выкинешь, так или иначе, памятник стоит теперь там, где он должен стоять. И вновь к Тейбергенову. В кресло главы района он сел не совсем стандартным образом, по системе непрямых выборов. Их 2 года назад ввел Борис Дубровский. Это когда людей не выбирают, а подбирают. Не по популистским слоганам, а по наличию реального опыта работы и лидерских качеств. Байдавлета Тейбергенова в числе других кандидатов отобрала комиссия правительства региона, а потом за него проголосовали народные избранники, депутаты местного собрания. Я думаю, что мы не ошиблись в главе района. Во-первых, это, так скажем, офицер сам по себе скромный человек. И позитивы уже есть в районе. Даже на моей территории у нас было, если учесть, несколько свалок. Мы практически все закрыли, сделали одну. Ну, от свалок снова к традиционному для Агаповки сельскому хозяйству. Они все понимают. Год назад на развитие своего молочного бизнеса в правительстве Челябинской области Жайнар Красакбаев получил грант 9 миллионов рублей. Реконструировал коровники, закупил буренок и уже начал получать первую прибыль. Видим большие перспективы в молоке, потому что все-таки молочный рынок сейчас, это ниша, не заполнена до конца. Спрос есть стабильный на молочную продукцию. К слову, Жайнар из тех молодых и амбициозных фермеров нового поколения. Он хочет развивать свой бизнес в соответствии с передовыми научными технологиями. Он уверен, времена затяжного кризиса в сельском хозяйстве, когда молодежь без оглядки бежала из деревень в города, прошли. И сейчас достойно жить и работать на селе можно. Эту очень ценную эмоцию молодежи почувствовал и глава района. Он отправил на целевое обучение 15 будущих ветеринаров. Ведь при развитии отрасли в районе им точно будет где работать. Сам губернатор и министр сельского хозяйства Сушков очень сильно повернулись к сельскому хозяйству, помогая это вот субсидирование, это участие в грантах, получение наших грантов, приобретение техники по льготной цене. Шум работающих тракторов и сеялок на когда-то пустых угодьях теперь словно вновь зазвучавшая музыка Агаповского района. Анастасия Плотникова, Леонид Новожилов, ОТВ. Ну, из Агаповского района перенесемся на окраину дымящего Коркинского разреза. Сразу после короткой рекламы расскажем, как в регионе собираются решить давнюю экологическую проблему. Оставайтесь на ОТВ.
Самое глубокое в Евразии угольное месторождение должно быть ликвидировано. Окончательный приговор к Оркинскому разрезу вынесли экологи. На этой неделе на борту огромной ямы, которая стала причиной многих экологических бед, побывали ученые со всей России. Вместе с экспертами моя коллега Анна Андронова попыталась понять, как уничтожить проблему, которой несколько десятков лет. Найдена очень интересная идея, кстати, значит, использовать хвостохранилище и вскрышную породу, которая возникнет недалеко от Коркинского угольного разреза, для того, чтобы начать рекультивировать этот Коркинский разрез. Самая большая в Евразии горная выработка скоро будет ликвидирована. Известный политолог Сергей Зырянов рассказывает, решение об этом давно принято. Это в советское время разрез снабжал углем полстраны. Несколько лет назад добычу в промышленных масштабах здесь прекратили, а чувство гордости за месторождение переросло в головную боль. Сейчас разрез – источник экологических проблем, решение которым уже найдено. Территориально так благоприятно совпало, что есть месторождение меди, и там нужно копать большую яму для того, чтобы добывать эту медную руду и обогащать ее. А с другой стороны, всего в 15 километрах есть карьер, ликвидировать который начнут в ближайшее время. Из Томинского месторождения в Коркинский разрез по земле протянут пыльпопровод. По трубам порода будет поступать прямо в гигантскую воронку и постепенно заполнять ее. Проект обещают запустить к концу 2019 года. По поручению губернатора Бориса Дубровского уже разработана дорожная карта. Этими материалами закладочными будет ликвидироваться разрез Коркинский. С одной стороны, они будут продаваться на восточный борт для его укрепления, чтобы не было оползневых процессов. С другой стороны, существующие эндогенные пожары на южном, юго-западном склонах, значит, будут ликвидироваться путем их заполнения, опять же, закладочным материалом. На ликвидацию разреза уйдут годы, говорят ученые, но все сходятся в одном. Дышать южноуральцам станет легче. Экологически опасный объект с постоянными пожарами и оползнями — советское наследие, делают выводы ученые. В 21 веке зеленый свет дают зеленой экономике, основанной на безопасном для окружающей среды производстве. Челябинская область тоже следует мировым тенденциям. Вскоре регион переведут на экологически чистый бизнес. На него перешел уже весь мир. Сколько лет понадобится России, чтобы к зеленой экономике приблизиться? Или... Ну, что касается приблизиться, то, может быть, не так уж и много времени потребуется, но для того, чтобы зеленая экономика получила широкое распространение, мы увидели вот этот эффект, но, наверное, это лет 10-15 все-таки уйдет на это. Энергоэффективное, экологически безопасное производство и социальное развитие территорий – вот новый тренд в промышленности. Мы часто не воспринимаем, что предприятия могут быть чистые, прибыльные и социально ответственные. Вот одновременно это достаточно сложно воспринимается. Вот это направление мы называем трендом Демидов 2.0, потому что все-таки первоначальный тренд на Урале, он был определен еще 300 лет тому назад. Социальная ответственность предприятий тоже новый тренд. Пример тому — город Карабаш. При сотрудничестве градообразующего предприятия, муниципальных и региональных властей в ближайшие 5 лет здесь модернизируют инфраструктуру. Возведут новые соцобъекты, откроют детский сад, школу-интернат, построят жилой комплекс и торгово-развлекательный центр. Первый проект уже сдан. В городе заработал спортивный комплекс с открытой ареной и воркаут-площадкой. Я думаю, не каждый город может похвастаться двумя площадками. У нас это уже вторая площадка. Я уже вижу, что дети, взрослые люди просто занимаются на той площадке, которая у нас была установлена в начале лета. Вот. А вот это будет вторая, она больше. Крупных заводов в Челябинской области сотни, но беречь природу пока научились не все. Экология и технологии должны идти в ногу, говорят эксперты. Тем более на Урале, где промышленность – это локомотив развития. Вместе с активной социальной политикой бизнеса это даст новый импульс росту качества жизни и благополучия граждан. Тогда российская экономика сделает большой шаг вперед. Анна Андронова, Леонид Новожилов, ОТВ. Сейчас еще несколько коротких рекламных роликов сразу после. Как в Челябинске прошел первый показ фильма «Матильда» и о чем молились в день премьеры скандальной киноленты в Южноуральской церкви. Все расскажем через минуту. Оставайтесь на ОТВ. Премьера
оскандалившейся ленты «Матильда» в Челябинске. Событие, которому на этой неделе было приковано внимание прессы. И это понятно. Предпремьерные показы этого фильма в городах России сопровождались разного рода провокациями. Самое вопиющее, на удивление, в культурном Санкт-Петербурге. Там вход в кинотеатр, где проходила премьера, уж совсем как-то некультурно закидали фекалиями. В Екатеринбурге попытались поджечь. В театры города Бердска Новосибирской области звонили с угрозами, а в самом Новосибирске прямо в одном из залов кинотеатра активисты развернули плакаты с лозунгами, цитирую, «Учитель плохому научит» или «Осторожно, высокая концентрация безумия». Что было в Челябинске? Наш корреспондент Василий Цвентух весь премьерный день провел в кинотеатрах и, кроме всего прочего, заметил среди зрителей скандальной киноленты очень интересных персон. В Свято-Троицком храме Челябинска утренняя служба. В центре внимания икона царственных страстотерпцев Романовых. К образу с изображением семьи Николая II православные подходят с особым трепетом. Люди верят, святой мученик защитит семьи от ссор и поможет восстановить справедливость. Я молюсь к нему, обращаюсь. В популярном челябинском кинотеатре «Аншлаг» на входе зрителей встречает кричащий баннер с изображением Николая II. Рядом портрет балерины Матильды Кшесинской. По сюжету громкой кинопремьеры у слабохарактерного царя и легкомысленной танцовщицы бурный роман. Режиссер обещает зрителю занимательное зрелище. Мне интересна история, вот именно изложение истории и, наверное, скажем так, новое видение режиссерской. К лику святых члены семьи последнего императора России были причислены в 1981 году. Основания для канонизации члены синодальной комиссии нашли в обстоятельствах гибели Романовых. Позже священники написали. Они все более и более осознавали, что смерть неизбежна, но сумели сохранить в сердце духовный мир и в момент мученической кончины обрели способность простить своих палачей. Увековечить в киноленте роман царя Николая II и балерины Матильды, по мнению киноведов, решили для коммерческой выгоды. По расчету продюсеров фильма, в год, когда вся страна отмечает 100 лет после Великой Октябрьской революции, тема судьбы главного виновника тех событий у зрителя будет пользоваться большим интересом. Ну, я думаю, наверное, покажут про царя как про человека. Противостояние православной общественности и режиссерам ленты «Матильда» Алексеем Учителем началось еще до выхода фильма. Во время съемок опубликовали сценарий фильма. Кинолента рассказывает о любви царя Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Верующих возмутило то, что в фильме святой мученик Николай показан как легкомысленный подкаблучник. Шумиха в СМИ вокруг фильма не утихала несколько месяцев. И это сработало на руку авторам. В итоге только в первый день премьеры в кино в Челябинске пришли тысячи зрителей. В кинотеатре присутствуют и около кинотеатра присутствуют сотрудники МВД России, поскольку по системе МВД тоже был сброшен приказ о том, что во время проката этого фильма «Матильды» нужно сопровождать вопросы безопасности. Чтобы избежать инцидентов, в день премьеры в Челябинске в кинотеатрах усиливают охрану. Сотрудников полиции выставляют на входах в кинотеатре. Зрители проверяют их в залах. Работники кинокасс получают особые инструкции – не давать никаких комментариев зрителям, кроме тех, что фильм имеет прокатное удостоверение и отвечает всем законным требованиям. На премьеру в популярном челябинском кинотеатре скупают все билеты. Среди зрителей – министр культуры Челябинской области Алексей Битехтин. Хочется посмотреть, действительно ли достоин фильм. За последние 100 лет только один русский царь не жил с балеринами. Это я. 2,5 часа и настроение зрителей резко меняется. Большие ожидания сменяются сдержанным разочарованием. Мне кажется, что фильм абсолютно бредовый. Он откровенно слабо снят. Историческая правда здесь присутствует, наверное, в самом минимуме. Ну, может быть, это все-таки художественный вымысел присутствует. Это естественно, художественный фильм. Каждый имеет свою точку зрения и право относиться к фильму. Впечатлениями делится и VIP-зритель, министр культуры Алексей Битехтин.
Еще в самый разгар скандала его коллеги из федерального ведомства заявили, в ленте нет сцен, которые могли бы послужить причиной для запрета картины. После просмотра Бетехтин заключает. Мы, например, получили, наверное, сотню писем, где написано буквально под копирку, были одни и те же слова. Просим запретить богохульный фильм «Матильда», где показана Россия, значит, в своей нищете, грязи и так далее. Я вообще в этом фильме Россию не увидел, ее там не было. И у кинокритиков, и у простых зрителей картина вызвала неоднозначные эмоции. После большой шумихи осталось недоумение, говорят зрители. И теперь споры между православными активистами и киноманами сошли на нет. В Челябинске в день премьеры на главной площади Челябинска неизвестная балерина, скрывая лицо, танцевала с портретом Николая II. Теперь этот неожиданный флешмоб обсуждают больше, чем сам фильм. Да как вас зовут? Василий Цветух, Виктор Щелков, ОТВ. Ну и напоследок, чудо для золотой рыбки. На этой неделе обитательницу аквариума известному челябинскому ветеринару пришлось спасать от удушения. Вот такой камень проглотила золотая рыба, рыбка, которая несколько часов была во рту. Оказывается, камешек рыбка случайно проглотила, роясь в грунте аквариума. Кусочек застрял в горле. Неминуемая смерть питомца для хозяйки была бы трагедией, ведь рыбку ей подарили на юбилей, и она была талисманом семьи. Позже Карен Далакян признался, в его огромной практике такая операция была впервые. Даже вот такие случаи у нас бывают в практике интересные. Жизнь, хоть и совсем крошечная, спасена. А у меня на этом все. Выпуск программы «Время новостей. Итоги» можно посмотреть на сайте 1obl.ru. А итоги наступающей недели подведем уже в следующую субботу в 22:00. До встречи!